Всем привет, ребята, меня зовут Диана, и в этом видео я расскажу о настоящем парне Маши Злата из канала Funny Friends. Кто он? Его настоящее имя? Ему 20 лет! Так что не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить еще много секретной информации о Funny Friends. Так что я жду, а мы начинаем, поехали! Итак, кто еще не знает? Мы сейчас развеем мифы, что Кирилл никогда не был и не будет. Он только играет, что Маша ему нравится, он ей нравится в съемках, а в реальности они просто друзья. И все. Итак, вот этот мальчик, который снимался в ТикТоке Маши, он также не есть парнем ее. Она об этом сама говорила в комментариях. Вот доказательства. Между ними ничего нет, только друзья. Ну что, ребята, а вы готовы увидеть ее настоящего парня? И раз, два, три. В Инстаграме есть фотка, там, где Маша с каким-то парнем. И под постом пишет «Вечерняя прогулка». Вот. И еще они обнимаются. Мне кажется, что он ей подходит. Они неплохая пара. А также я нашла его страницу в Инстаграме. Его зовут Алексей. И она лайкает его фотки, а он лайкает ее. А также они подписаны на друг друга в Инстаграме. Мы еще точно не знаем о ее парне, потому что нет еще много информации об этом в Инстаграме. Ну и как бы это ее личная жизнь. А если будут какие-то новости, тогда я об этом вас сообщу. Так что не забывайте ставить свой королевский лайк и подписываться на канал, чтобы не пропустить много секретной информации о Funny Friends, о Маше и о других ребятах. Я жду. До скорой встречи. Па-па-па-па.